Оксана Костяшкина у нас, дорогие зрители, очень любит выставки и часто их снимает и на них ходит, рассказывая вам, куда же все-таки стоит заглянуть. И вот сегодня она снимала выставку, где ее репортаж пошел необычно. Вместо стандартного интервью Оксана перевоплотилась в экскурсовода. Раньше их называли друзьями, помощниками по дому, и даже они были транспортным средством. И все это кони. Почему именно им посвящена эта выставка? Жизнь не обходилась без лошадки. И поэтому в каждой работе, вот здесь представлено у нас около 40 произведений, это живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства. И главный герой, который объединила разных художников, это лошадка. И тут я решила поломать стандартную схему сюжета. Экскурсоводом буду я, а Светлана – посетителем. И экскурсия наша станет песней, ведь к каждой картине можно подобрать свой саундтрек. Ой, Прилушке, Прилушке, пришел. В широком поле конь гулял на воле. Замечательно получается. Не морозь меня, моего коня. Подойдет? Ну, подойдет. Белогривые лошадки, да. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Ну, не вот, песенка легкая, вот работа тоже она очень такая легкая, светлая. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Но закончим наш сюжет мелодией про коня. На этом мои познания про лошадок закончились. А для тех, кто не понял, вот такую песню я играла. Оксана Стяжкина специально для программы «Пятка Тудей».